Не отправляйте нас! Вам нужно плыть. В Мессинии слишком опасно. Детям здесь не место. А как же наши родители? Что с ними будет? Они стараются ради вас. Идите, лодка ждет. Хайре, Галыш. Там им будет лучше, чем здесь. Ты прав. Не уверена, что здесь мы смогли бы их защитить. Надеюсь, у них все будет хорошо. Лучше, чем могло бы быть с нами. Мы продолжим борьбу ради детей. Да. И ты нашел командира. Спасибо, Мисти. Может, мы еще встретимся. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Ну что, поехали.
давай! Спартанский пес за все ответит! Ответит! Должно быть, об этом Афине не говорил Дарий. Ты что задумал? Спасу тебя, если не будешь орать. Сюда! Спасибо. Как твое имя? Меня зовут Хозяином Орла. Чего? Именно так. Я слышал истории. Все мы... Ну, я и представить не мог. Нет времени на разговоры. Да-да. Это все малаки-спартанцы. Нам нужно отбить у них эту область. Ты нам поможешь? Прямо сейчас я не в восторге от спартанцев и их друзей. То есть персов. Ты знал? Я знаю, что спартанцы куда богаче, чем были, а их припасам давно пора было истощиться. Меня просили тебе передать. Ага. Похоже, у нас общие враги. Я могу тебе помочь, но для этого нам нужно убить спартанского командира в Мессинии. И что в этом спартанце особенного? Он головорез. Убивает афинян направо и налево, и ему это нравится. Мы знаем, где он, но моим воинам не удалось до него добраться. Мне удастся, поверь. Вон! Вот его флот. О,
Его флот, говоришь? Вон, вот его флот. О, его флот, говоришь? Командир изучает боевые построения спартанцев. Хм. Нужно знать все о своем противнике. Ну, это он так говорит.
Просто потрясающе. Я молю богов о победе. Не знаю, сколько еще сражений я смогу вынести. Опусти лук, или пожалеешь. Спартанский пес остался в прошлом. Справился? Спартанский головорез мне не ровня. Конечно. Так вот, это твое послание. Хочешь изгнать персов из Мессинии? Выполни свою часть уговора. Можешь рассчитывать на нашу помощь. Новый день, новая охота. Вперед! Давай! Mm-hmm.
Орден несет порядок, а я избавляюсь от хаоса. Элла! Хаос, с которым я борюсь. Греки обрадуются твоей смерти.
мостик! Здесь меня могут заметить. Всему свое место, у всего свой порядок. Это важнейший принцип. Нарушать его нельзя.
буду во все! Смерть пришла! Собаки, собачья смерть! Живей! Давай! Эйла! На! На! Место встречи там. Что ты знаешь об этом приближенном Аморга? Демократ. Его оружие — драхмы. Убьем его, и позиции Ордена в Греции сильно пошатнутся. С его смертью мы станем на шаг ближе к Аморгу и к Элпидию. Я люблю деньги, но они не уберегут от моего клинка, когда под угрозой жизни Элпидия. Но найти демократа может оказаться непросто. Почему? Я ни разу не видел его. Тогда нам придется внимательно слушать. Если что-то пойдет не так, помни, нам нужен только демократ. Смотри, вот и орден. Поздно вы. А мы не собирались приходить раньше. Гляди в оба, как поймем, кто из них демократ, убьем его. А можно просто убить их. Полагаю, вы принесли, что... Да, кстати, мы больше не будем вас снабжать. Не смейте! Вы даете нам деньги, мы даем вам оружие, спартанцев и войну. Вы получаете, что хотите? Уже нет. Докажите ордену, что стоите этих денег.
Мне известно, что весь ваш культ не смог справиться с одним единственным мистием и его ручной птичкой. Только против демократа. Зараза! Шаг ближе к Элпидию. Нужно вернуться к Дарию. Демократ мертв. Они заслуживают смерти за свои злодеяния. Каждый из них. Алексиос. Они встали между мной и сыном. Отнести печати полководцу Демосфену. Я нашел все.
А Морг жаждет уважения для своих солдат. Он его получит. Yeah!
Элла!
Мы ослабили орден. Что теперь? Теперь мы должны сделать следующий шаг. Мы уничтожим орден под покровом ночи. Мне нужно поговорить с афинским военачальником. Я вернусь на склад и обдумаю наши дальнейшие действия. Что ты здесь делаешь? Это тебе, хозяин орла. Человек в маске сказал передать. Человек в маске. Встретимся у могил в Эпее. Что задумал орден? Сомнения разрушают уверенность, и они есть у всех. Хозяин орла, рад встрече. Вижу, послание передали. Странно, что я еще жив. Пока что жив. Вспыльчивость. Это напрасно, хозяин орла. Позволь мне представиться. Меня зовут Гергит. Я последний маг ордена.
С нетерпением ждал нашей встречи, Алексиус. Можно тебя так называть? Алексиуса, меня зовут друзья. Может, мы подружимся? Кто знает? Скажи, что мешает мне убить тебя прямо сейчас? Где Аморг? Где мой сын? Я знаю ответы, Алексиус. Я знаю, что случилось в Ахее, в деревне под названием Димы. Димы? Что ты знаешь? Говори! Я там был. Не все так просто. Твой мир ограничен твоим видением мира. Прокатись со мной. Я так давно хочу с тобой поговорить. Я покажу тебе, как прекрасен наш мир. Ты не против? Только дернись! Понимаю. Сюда. Куда мы едем? В одно милое место. Хочу побольше о тебе узнать. Я тебе не верю. Я слежу за тобой с самого начала и много о тебе писал. По правде говоря, моя самая известная работа посвящена хозяину Атла. Кроме того, многое тебе поведали наши друзья. Друзья культа? Разве они у вас есть? Ну хорошо, Элла. Союзник. Но! Давай. На! Я написал множество работ, чтобы поведать миру о наших деяниях и нашем героизме. Героизме? То есть об убийстве невинных и сожжении деревень? Ограниченность. Орден не мыслит столь узко. Мы не ищем временного мира. Элла. Мы хотим мира вечного. Малака! Посмотри, здесь столько всего. Хочешь знать, зачем мы хотим тебя убить? Ты думаешь, что убиваю вас? Ты стихийное бедствие, Алексиус. Ты приманиваешь опасность, как поле боя стервятник. Мы не можем позволить тебе жить. Убивать кого-то из-за их крови? Вы омерзительны! Мы не злодеи. Мы думаем, что это ты злодей. Для нас ты воплощение хаоса. Ты разрушаешь порядок. Не нужно поспешных решений, Алексиус. Взвесь все за и против. Вот мы и здесь. Взгляни. Мессиния. Красота, не правда ли? Ближе к делу. Я знаю, что случилось в Димах. Знаю, как погибла Нима. Готов меня выслушать? Расскажи все. Мы никого не нашли на берегу. Ни Ниму, ни ребенка. Мы решили, что их уже не догнать, как вдруг услышали плач. Он доносился откуда-то из обломков корабля. Корабля на берегу. Плач ребенка. Элпидий. Отступать было некуда. Нима сражалась, но тщетно. В живых остался лишь ребенок. Я найду Аморга. Уверен, он этого и ждет. Что тебе нужно? Историю пишут те немногие, кто способен ее менять. Не каждый день я могу поговорить с одним из них.
Непреложных истин нет, Алексиус. Даже когда речь идет о проклятых. Ты пламя. Ты можешь уничтожать, но можешь и дарить тепло, освещать тьму. Тепло? Вы отняли его! Люди умирают, Алексиус. Рано или поздно все мы будем забыты, как сон. Но действия наши, если в них будет смысл, останутся в памяти. Скажи, каким бы ты хотел запомниться? Я не могу оставить тебя в живых. Мы те, кем хотим быть. Я выбрал эту жизнь и эту смерть. Но знай, Орден не остановить. Мы живы даже в нашей смерти. Мы везде. И сейчас, и в будущем. Приятно было познакомиться, Алексиус. Простите меня.